19 мая, РИА Новости. Мост через Керченский пролив, соединивший Крым с материковой Россией, имеет большое значение, заявил посол Сирии в России Риад Хаддад. Если будет время, я обязательно по этому мосту проеду. Этот мост имеет большое значение для России, сказал Хаддад журналистам. По его словам, мост намного сократил расстояние для налаживания экономического сотрудничества между Крымом и регионами Сирии. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем КамАЗа из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Воспроизвести видео. Воспроизвести без звука. Чурент имя 0.00. Слеж продолжительность 0.00. Загрузка 0% прогресс 0% тип потокав в эфире. Уставшееся время минус 0.00. Скорость воспроизведения 1 главы. Главы описания выкл. Выбрано описание. Я субтитры выкл. Выбраны субтитры. Чаптион Settings. Откроется диалог настройки подписи. Подписи выкл. Выбрана подписи. Звуковая дорожка от Slowst. Полноэкранный режим TIS и самодал Windows. Chaption Settings. Диалог Beginning of Dialog Windows. A Chappy Will Change Lunch Lossiet Windows. Text Color Ulti Black Red Green Blue Yellow Magenta Chan Transparent Chapak USM Transparent Background Color Black White Red Green Blue Yellow Magenta Chan Transparent Chapak USM Transparent Transparent Window Color Black White Red Green Blue Yellow Magenta Chan Transparent Chan Transparent Semi Transparent Topak UE Font Size 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% Text Gestelina Neraised Depressed Uniform Drop Shadow Font Family Proportional Sans Serif Monospatch Sans Serif Proportional Serif Monospatch Serif Chisual Shrift Small Chips Default Zdanie во всей красе. Крымский мост с высоты птичьего полета в день открытия. Закрыть видео. Закрыть окна TIS и самодал Window. Модальное окно можно закрыть, нажав S или кнопку закрытия окна. Закрыть окна TIS и самодал Window. Модальное окно можно закрыть, нажав S или кнопку закрытия окна. ВКонтакте FHBACOD на классники Twitter WhatsApp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код инфоцентр Крымский мост во всей красе. Крымский мост с высоты птичьего полета в день открытия мост в Крым из Краснодарского края. Самый протяженный в России. 19 километров. Начало движения автомобили изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершились опережением. Поток автотранспорта запущен с 16 мая. Подробнее о новостях Крыма на черемия.ре.ру.